Хочу вам рассказать про музыку. Все хотят играть музыку, просто не все знают, чем заниматься. А если будете заниматься по нотной грамоте или еще чем-то, то совсем неинтересно становится, слишком много всего учить. Поэтому я вам хочу вкратце рассказать, как заниматься на инструментах. Если мы будем говорить о фортепиано, допустим, гитаре, бас-гитаре, то школа как раз об этом. И вторая школа прямо она идет ровно параллельно. Ну, она, конечно же, пересекается, но в моей голове не пересекается. Это губная гармошка. В музыке, вообще во всей музыке, неважно какой, есть 5 пунктов. И мы по ним пойдем, по каждому. Вот у нас есть 5 пунктов. Если вы каждый день будете развиваться в каждом пункте, то вы будете расти музыкально. Чаще всего тот пункт, который вам непонятен, либо неинтересен, это тот пункт, в котором надо разбираться. Потому что, я еще раз повторюсь, музыка состоит из 5 пунктов. Если какой-то отстает, то музыка уже не получится. Ну вот и пойдем. Первый пункт. Первый пункт – это мелодия. Это то, что мы играем. То, что можно спеть. Что спеть легко. Обычно для блюзовых музыкантов это фразировка. То бишь, мы берем любой инструмент, это не важно. Я могу показывать на гармошке, на фортепиано, но будет все одинаково. Мы изначально изучаем аппликатуру инструмента. Это так, чтобы попадать. Правильное положение, то есть губную гармошку мы берем в левую руку, чтобы пальцы были на одном уровне. Держим ее перпендикулярно лицу. Не завалим ее вот так. И, соответственно, занимаемся много, чтобы это была мышечная память. На фортепиано мы садимся, ставим пальцы и начинаем играть гаммы. Я сейчас расскажу самое первое упражнение для фортепиано, для губной гармошки. Ну и на гитаре, соответственно, играем гамму. Зачем нам нужна гамма? Это для того, чтобы пальцы поставить. И вообще гамма нам нужна для того, чтобы начать какой-то отсчет делать и понимать, как строится музыка. Я это чуть позже расскажу. И, соответственно, мелодия. То, что мы можем спеть. Обычно все, что вы можете спеть, вы можете это повторить на инструменте. Ну, как бы повторить ее, снять на слух и повторить ее одними нотками. Это легко сделать. Ну и, соответственно, то, что вы не можете спеть, вы не можете сыграть. Поэтому надо каждый раз, когда вы занимаетесь, петь то, что вы играете. На самом деле это как секрет, потому что не все идут по этому пути. А для нас, для меня, например, блюзмена, я блюз всю жизнь играл, и это музыка, с которой я вырос и расту с ней, хотя играю и другую тоже. Но в блюзе есть фразировка. Что такое фразировка? У каждого человека есть свой набор слов и, соответственно, фраз. Те фразы, которые он часто говорит, вы это можете заметить легко и у друзей, и у знакомых, все говорят похожими фразами, часто даже повторяются. Чем больше у человека прокачан мозг, он часто читает книжки, смотрит правильные фильмы, изучает науки какие-то, у него мозг совсем другой, он реже повторяется. То есть он чаще меняет эти фразы по-разному. Также и в музыке. Мы снимаем фразы на слух, не на слух.
их мы учим. То есть это может быть тысячи фраз. И начинаем между собой их компилировать. Ну, например, коротенькая фраза. И вторая. Вот они друг за дружкой. Теперь я начну со второй, а закончу первой. И теперь можно их менять еще как угодно. То есть сыграть начало второй и конец первой. Получилась совсем другая фраза. Таким образом можно менять положение, размещение нот. Можно вообще подробить на просто отдельными нотками. И в конечном итоге, когда вы снимаете на слух, об этом мы еще поговорим, и долго комбинируете эти фразы, вы начинаете петь через инструмент. Вот это наивысшая позиция владения инструментом. На самом деле можно научиться играть на инструменте методом тыка. Сели, поете то, что играете, и вот ищете те приятные звуки, которые есть. Через год-два, я думаю, вы найдете положение, что будет музыка. То есть вам будет и людям вокруг будет нравиться то, что вы играете. Мы можем взять гамму, как мелодию определенную, на гармошке, там это в третий урок, и если вы ее будете играть просто, она, это будут удобные ноты. Из них можно создать многие мелодии. Но в блюзе мы вырвали из этой гаммы, из семи нот, до, ре, ми, фа, соль, а, си, мы вырвали всего пять. И у нас получается мажорная и минорная пентатоника. Сейчас мы к этому тоже вернемся чуть позже, когда мы поговорим о гаммах и как мы их используем в музыке. Кстати, есть такая мелодия, и композиция называется «Hard Times». Пожалуй, я сейчас сыграю вам. И, соответственно, когда я ее играю, я обязательно ее пою. Зачем мне ее петь? Если бы я ее просто обдуманно по нотам, допустим, я помнил ноты, которые я играю, и обдуманно ее бы играл, я бы ее не мог играть с такими нюансами. Она бы звучала более роботизированно, что ли. Поэтому обязательно пойте через инструмент и помните, что это самое важное. Следующий пункт. Я как раз сказал, без этих интонаций. Следующий пункт идет интонация и нюансы. Это те маленькие минимализмы, это те добавленные интересные эффекты, это тот звук, с которым вы играете, тот звук, который вы выработали. Но губной гармошке очень сложно играть объемно. Что значит сложно? Это не сложно, просто много времени надо потратить, чтобы вы зазвучали объемно. Поэтому это все зависит от практики в первую очередь, но и от того, что вы помните об этом пункте. Первый пункт – мелодия, поем, снимаем на слух, да? Второй пункт – интонация. Я могу говорить с вами так, могу говорить вот так, нота та же, звук другой. И все примочки, например, гитаристы, которые втыкают в комбик, да, гитару, какой-нибудь вау-вау-эффект,
то есть примочка, или еще что-то. Это все вот как раз к интонации, к нюансам относится. В этом пункте еще есть атака звука. Это, на самом деле, это глобально немножко, но вкратце, вот вы учитесь играть на инструменте, и вы знаете, насколько можно громко сыграть, тихо сыграть, как нажать, насколько расслаблены руки при этом, либо губы, либо руки, пальцы. И вы думаете об этом все время, то есть не нужно это... Это изначально, когда вы занимаетесь, вы об этом постоянно думаете. Позже это становится на мышечной памяти. То есть вы уже это не делаете. Вы поете, а пальцы сами играют. Вот к этому надо прийти. Но это сложно, долго, но это возможно. И это самый быстрый путь к тому, чтобы начать импровизировать. Интонации, нюансы, соответственно, мы туда, там же стоим. Там же есть такие понятия, как стаккато и легато. Большинство людей знают об этом. Стаккато – это отдельные нотки. А легато это совместно. То есть они перетекают друг в дружку. Вот, это вот стаккато и легато. Тут же знание аппликатуры инструмента. Если вы знаете аппликатуру инструмента, вы не промахиваетесь. И вы знаете, насколько громко нажать, тихо нажать, как сам инструмент отзывается. То есть вы долго занимаетесь, начинаете это чувствовать. И вот, из этого выходит атака звука. Вы можете сыграть так убедительно, вот по громкости, по вот этим вот вещам, интонации, нюансам, туда же входит и артикуляция. Так убедительно, что всем людям понравится. Это будет исключительно от того, что вы убедительно сыграли. Атака звука у вас убедительная. И артикуляция. Если бы я с вами говорил так, то было бы непонятно и было бы неинтересно слушать. А я стараюсь вам подать информацию с каждой буковкой. Ну, соответственно, чтобы каждое слово было важным. И то же самое на инструменте. Если я буду играть невнятно, если у меня не будет вот этих нюансов интонации, то инструмент не зазвучит. Он зазвучит, но совсем не так. Помните об этом и занимайтесь. И, соответственно, вот интонация состоит из этих пунктов. Дальше есть пункт третий. Это динамика. Это вы можете играть громко и тихо. И надо всегда заниматься на инструменте. Вы взяли гитару, неважно, что вы играете, вы можете одну и ту же композицию играть подолгу. То есть вы взяли одну композицию и изучаете ее 2-3 месяца. И пока вы ее изучаете, вы делаете ее супер тихо, где-то погромче, где-то добавили нюансов, где-то добавили какие-то дополнительные нотки. И так можно изучить как раз инструмент. Вы обязательно должны знать, как можно играть на инструменте настолько тихо, насколько вот он может. Например, на губной гармошке есть упражнения интересные, где именно на дыхание. И вы должны брать ноты, это на всех духовых инструментах, из тишины. Вот изначально появляется звук воздуха, а потом только нота. И обратно уходит до воздуха. И вот если я настолько много занимался, что я знаю это ощущение, с какой силой начать вдыхать или выдыхать, но нота супер тихая, так я это могу уже, оно само будет применяться в импровизациях. Я буду это опевать, и, соответственно, когда я буду опевать ту мелодию, которую я хочу сыграть, она будет появляться с этими нюансами. И я уже буду уметь играть это супер тихо или достаточно громко, но не громче, чем надо. Если супер громко, звук тоже будет плохой. У нас третий пункт – динамика, что мы можем играть громко и тихо. И в этом же пункте, соответственно, вы должны помнить, что вы можете поднимать и опускать громкость. То есть вы можете всю композицию поднимать громкость. И только в конце она будет самая громкая. И то же самое можно делать наоборот. И таким образом вы можете развивать какую-то свою историю. Ритмика у нас есть – темп и ритм. Темп у нас постоянный, ритм меняется. Об этом тоже можно бесконечно говорить, но это наш метроном. Вы с ним должны дружить. Ставить себе удобный темп и заниматься. И плавать вокруг него. Но самое главное – найти ощущение, что он
внутри вас, в общем. Настолько его много раз послушать, чтобы немного, много раз под него поиграть, и сначала послушать, чтобы вступить, чтобы вы в этом темпе жили. Если вы будете в нем качаться, то вы из него и не вылетите. Но это со временем. Есть разные возможные способы прокачивать ритм. Я там ученикам индивидуально рассказываю про канакол, например. Это большая система индокитайской школы музыки. Герман Мамаев мне рассказал про эту школу. И это очень интересный момент. Там нужно опевать ритм. Но это сложнее. Но для начинаний хорошо играть под метроном. Вы можете поставить такой метроном, вот сейчас 80 стоит, и играть под это все что угодно. Там, допустим, простые мелодии. Либо вы можете этот же метроном поставить в два раза медленнее. Было у меня 80, станет 40. Ничего не изменится, просто мне будет удобнее учиться прокачивать внутренний ритм. Ну вот, и можете еще сдвигать. То есть метроном сейчас попадал в первую, вторую, третью, четвертую в начале, потом он попадал в первую, третью. А можно сделать так, чтобы вы играли, а метроном щелкал на вторую и четвертую. И будет получаться свинг, и будет получаться блюз. Это намного еще более загружаете вы мозг свой для того, чтобы научиться чувствовать время. Так, это про ритм. Дальше пойдем. Гармония. Самый сложный пункт. Это вот как раз аккорды. Я играю всю жизнь на губной гармошке. И это как раз мелодия, то есть я играю сверху. Я могу аккомпанемент играть какой-нибудь из нескольких аккордов, который позволяет губная гармошка, но именно аккомпанемент как гитарист или пианист невозможно сыграть. И, соответственно, если вы играете на сольных инструментах, кто-то говорил про блок-флейту, вы можете изучать гитару или фортепиано, но изучать только последовательность аккордов или вот эти все знания, в которых у вас как раз и будет провалы. Потому что если вам это не нравится, вы в этом не занимались, все время мелодии играете, вы не знаете, как аккорды играть. А музыка состоит из всего. Соответственно, обязательно нужно чуть-чуть поиграть на флейте, ну, допустим, учимся постоянно, но постоянно уделять времени аккомпанементу. Если вы узнаете аккомпанемент, как звучит, как им пользоваться в музыке, ваша игра соло, мелодии, она изменится. Вот, один пианист, я еще был совсем маленький, и мы были на теплоходе с родителями, и там играл пианист. И мама его попросила, чтобы он меня поучил. Он мне рассказал интересную вещь, потом я много раз слышал, но это в детстве я узнал. Структуру песни. Допустим, вся музыка, если вы слушаете музыку, как вообще, очень важный момент слушать музыку правильно. Все музыканты слушают музыку внимательно. Если честно, то, допустим, вы выбрали трек, который вам нравится. Вот, и вам он нравится. Вы его как послушаете? Один раз и все. Ну, или несколько раз, но не вслушиваясь. Каждый музыкант будет слушать каждый инструмент отдельно. Соответственно, чтобы послушать один трек, нужно будет послушать эту композицию столько раз, сколько инструментов, чтобы услышать. Не бывает такого, что вы занимаетесь каким-то делом и параллельно слушаете музыку. Вы ее не слушаете, вы просто она фоном идет. А если вы слушаете, вслушиваетесь, то ничего нельзя делать, даже рисовать. Ну, то есть можно только слушать. И при этом вы можете слушать только один инструмент. Это очень важная информация, потому что тут можно понять, насколько надо внимание концентрировать на музыке. А если занимаетесь музыкой, то она еще больше концентрируется. И, кстати, вот именно это, внимание, концентрация на именно математике такой, и потом это соединять с душой, то есть это все прокачивает мозг. Создаются новые нейронные сети. Вот я недавно слышал, что людям за 45, за 50 очень хорошо заниматься музыкой, потому что склероз настанет позже. И почему бы не заниматься данной губной гармошки? Кстати, у меня скоро выйдет школа губной гармошки,
ну, вместе с Хонором. Хонор – это лучшие губные гармошки. Делаем школу, она будет уникальная, я думаю, она вам очень понравится и зайдет. Так вот, возвращаемся к гармонии. Гармония, структура песни, то, что вот музыкант мне рассказал на теплоходе. У каждой песни есть своя структура. Она может быть просто А-А-А-А-А. Это просто буква. Есть А и Б, ну и другие буквы. Ну вот мы создаем структуру. Например, А-А-Б-А. Куплет-куплет, припев-куплет. А-А-Б-А. И она дальше так идет. А-А-Б-А, А-А-Б-А, А-А-Б-А. Зачем это нужно? Во-первых, вы понимаете, как строится музыка. И когда вы будете слушать какую-то композицию, вы услышите эти переходы. Вы услышите, где одна часть, одни аккорды, и Б-часть, другие аккорды. Ну и, соответственно, А-А-Б-А структура. Куплет-куплет, припев-куплет. Бывает музыка А-Б-А-Б. Это куплет-припев, куплет-припев. И, соответственно, А – это одни аккорды, Б – это другие аккорды. Еще это очень удобно, когда вы с музыкантами играете, говорите, давай такую композицию сыграем. Давай. И ты говоришь, структура песни А-А-Б-А. И все, они уже понимают, и они будут до конца так играть. Сначала до конца. Теперь. Гармония. Кратко расскажу, я об этом рассказывал в мастер-классе, и сейчас вот снова расскажу похоже, но чуть по-другому. Вот смотрите, у нас есть гамма. Мы чуть-чуть перепрыгнем опять обратно на мелодию. У нас есть гамма, любая. Мы можем взять, допустим, до мажорную. Если мы играем на пианино, это все по белике. До мажор, берем гамму до мажор. Получается, от первой, это получается первая наша ступень, до. От нее начинаются шажочки. В музыке самый короткий шажочек – это полтона. Вот, расстояние от беленькой до черненькой, либо как бы самое ближайшее между. То есть, если вы посмотрите на пианино, можете пользоваться гараж-бендом или еще чем-то, посмотрите на пианино, то от до, от ноты до ноты другой до, следующей октавы, у нас получается тон, тон, полутон, тон, 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 полутон. Это единственное, что надо выучить вот по моей школе. И потом мы от этого будем строить все остальное. Ну и, соответственно, на пианино это легко увидеть, да? У нас все по беленьким. Легко увидеть только до мажорную, то есть все по беленьким. На гитаре, ну, губной гармошке, кстати, я этого не особо вижу, я уже через нее пою. На гитаре это практически то же самое. Но если играть по одной струне, ну, допустим, если мы играли до, мы можем по одной струне играть. И вот я начал первая ступень, теперь вверх тон, я прыгаю, это половинка. То есть вот это расстояние половинка, как и тут. Просто на пианино бывает между двумя беленькими нету черенькой. И это значит между ними полтона. Тут новички чаще всего делают ошибки. Надо много смотреть, надо много копаться, чтобы начать видеть и другие гаммы. Ну так вот, на гитаре. Пошли отсюда. Первая ступень. Вверх тон. Это половинка. Вот это тон. Первая. Тон. Тон. Полутон. Тон. Тон. Тон и полутон. И пришли опять в восьмая, она же первая. И теперь мы забываем обо всем. О том, что есть ноты. И пользуемся ими исключительно как цифрой. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и так далее, тринадцатая. Таким образом намного проще мыслить. Если у нас, например, ре, да, или другая, там, ми бемоль, например, мы знаем, что у нас тон, тон, полутон, тон, 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 полутон. Появились черенькие на пианино, но структура не поменялась. Это для нас все равно. Ми бемоль. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Ничего не меняется. У нас остаются только цифры. И таким образом можно пользоваться и мелодией, и гармонией. Сейчас поясню. Берем мелодию. У нас есть... Я говорил. Пентатоника. Минорная и мажорная. Я покажу пока только минорную. В мажорную вы всегда найдете, либо у меня спросите. Минорная пентатоника. Первая, третья пониженная, четвертая, пятая,
Седьмая пониженная и восьмая, она же первая. Получается, первая, третья пониженная, четвертая, пятая и седьмая пониженная. Это те ноты, которыми можно играть очень много всего, особенно для себя. Конечно же, это блюзовые ноты, но они есть везде. И это наши как бы домики, куда нам обязательно надо приходить. Мы можем и другие играть, но это самые такие центровые. И, соответственно, если вы хотите играть на инструменте, вы можете взять тонический в басу, как бы как бас-гитара. Кстати, про бас-гитару мы поговорим. Мы взяли, вот, например, до. Видно, да? Видно. В Фейсбуке не очень видно, но в Инстаграме видно. Можно начать отсюда. Первое, да? Вот ее же я беру в октаву вниз. И здесь мы можем играть пентатонику. У нас нету никакого ни минора, ни мажора пока. И мы играем пентатонику минорную. Соответственно, пока вы сидите, так играете, думаете и смотрите на ноты, пытаетесь найти вот эти как бы мелодии своего голоса или какую-то снятую мелодию особенно, вы прокачиваетесь. Чаще всего это незаметно. То есть вы пытаетесь, вы играете, занимаетесь, и вам кажется, что вы не растете. Это не так. Играйте каждый день по 15 минут, пройдет год, и вы будете играть лучше, чем... Вы даже сами удивитесь, насколько вы круче играете. Вы можете себя записать на диктофон, послушать, и потом через год записать снова. И вы увидите, что вы выросли. И притом очень значительно. То есть просто надо уделять время. Это мышечная память, запомните. Не важен какой инструмент. Почему я говорил, что не важен какой инструмент, тут главная техника. Я могу объяснить, ну, доходчиво, типа бас-гитару, гитару, пианино, может быть, даже барабаны, но лучше обратиться к Владимиру Воеводину, он, например, лучше объяснит. Вот, но по этой схеме можно заниматься на любом инструменте. Обязательно надо научиться на инструменте играть гамму, пентатоники. И если это для фана, для вас, то можно больше ничего не учить. Но когда вы выучили это, вы занимаетесь. Есть люди, которые играют на фортепиано исключительно по белым ноткам. Только по беленьким. И они круто играют, и некоторые не узнают, что они не умеют по чёреньким играть. А они выучили позицию, и в этой позиции гениальные музыканты. Поэтому просто занимайтесь, не ленитесь, и чем больше занимаетесь, тем лучше. Еще вы можете у меня спросить какой-то вопрос, я обычно отвечаю. Вот, и смотрите, теперь мы можем это использовать, эти цифры, чтобы играть композиции. Мы можем выбрать только первую и четвертую для аккомпанемента. Первая... Четвертое. И по кругу это играть. Первое. Четвертое. Первое. Четвертое. И в этом грувить. И выдумывать можно все, что угодно. То есть вы же сами себе играете, вы сами для себя занимаетесь, делайте, что хотите. Вас никто не будет ругать. В музыке все главное. Первый пункт – мелодия. Второй пункт – интонация, нюансы. Третий пункт – динамика. И четвертый пункт – ритмика и гармония. В каждом из этих пунктов надо развиваться. И вот последний пункт, да, вот мы выбрали эти штуки, вы можете играть. На гитаре то же самое, пентатоника, да, минорная. Начинаем, допустим, я сейчас в соль буду играть, просто чтобы нагляднее было и видно было. Первая, третья пониженная, четвертая, проходящая. Про нее я не говорил. Вот она. Вот проходящая.
Это получается между четвертой и пятой нотой есть. На нее не надо останавливаться, но ее можно использовать в мелодии. Получается пентатоника 5 нот и одна проходящая 6 нот. Ну просто удобно, это и в блюзе, и тут есть секретики свои. Вот, вся пентатоника в этом месте. Фишка гитары и пианино в том, что мы можем сдвигать руку и играть то же самое. Это и есть обращение. Вы это можете почитать в интернете, достаточно просто. Если вы будете цифрой мыслить, то и обращения очень быстро возьмутся. Возьмутся вам, вы поймете, как их делать. Соответственно, я это же могу играть в другом месте. Там вот тоника. И в другом еще месте. Там у нас что было? Соль. Ну, например. Я не гитарист, поэтому могу промахиваться. Вот, даже я промахиваюсь, понимаете? Надо больше заниматься. И не важно, что вы промахиваетесь, вы больше сидите и занимаетесь. Чем чаще вы будете играть, тем пальцы сами это будут помнить. И, соответственно, вы сразу поете. Неважно, какой инструмент. Если на флейте играете, вы внутри себя можете петь. На гитаре так пойте в голос. Если вы так поете, можно из этой, из только эти ноты играть. И вот мелодия. Она у меня внутри. Я ее могу сейчас не петь, могу потом показать, как я пою. И, соответственно, как я и говорил, можете взять два аккорда, либо один, и играть эту пентатонику. Вот, например, ми, самую толстую струну, дергаем, и пошли по той пентатонике, по которой я говорил. Здесь вообще удобно ее играть. Все время это пою. И когда вы так поете, вот они и мелодии появляются. Они будут появляться сами по себе. Я не знаю, что я сейчас буду играть. У меня пальцы что-то играют, не так хорошо на гитаре, но я начинаю цепляться за первую ноту и от нее уже строить другие. Как бы слушаете себя, что вы играете, и дальше вы строите историю, когда импровизируете. Главное, не бойтесь. То есть у большинства людей страх, потому что они учились в музыкальных школах, им говорили, так нельзя делать, по пальцам били. Можно делать, делайте как хотите. Важно сидеть правильно за фортепиано, правильно заниматься изначально. Как вот на фортепиано заниматься? Это частый вопрос. Про гитару я, да, рассказал. Можете играть гаммы, начинайте с гамм, да? По всем струнам, по всем ладам. Вы должны знать, где эти нотки. Выбрали одну тональность, вы знаете, где эти нотки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Там же пентатоники поиграли. По поводу аккордов сейчас просто, ну, не так много времени, чтобы об этом разговаривать. Это слишком будет долго. Но аккорды у нас есть мажорные, минорные. Если по вот этим вот, по цифрам, это получается. Аккорд это первое, третье и пятое. Это мажорный. Если третью понизить, она три бемоль. Бемоль это понижение на полтона той ноты, которая написана. Три бемоль, значит это не ми сейчас, да, а ми бемоль. И получается минор. В общем, на гитаре очень легко узнать барре. Я когда узнал, что такое барре, научился играть барре, я стал играть на гитаре практически все. Почему? Потому что вот у нас барре, мы можем взять мажор, минор.
и другую. Мажор и минор. Вот, минор и мажор. Я не умею брать правильно. Здесь нужно ставить три пальца. Но мне не помещаются. Я привык всю жизнь делать так. Вот. И мажор, минор. И, соответственно, можете все что угодно играть. Вот Knocking on Heaven's Door. Сетка, сетка, да, которую мы говорили вот именно по цифрам. Первая, пятая, вторая, вторая. Первая, пятая, четвертая, четвертая. Каждая по четыре такта. Раз, два, три, четыре. Смена. Раз, два, три, четыре. Поехали. Первая ступень. Я знаю только бары, играю обыкновенные. Соль начнем. Первая. Раз, два, три, четыре. Пятая. Раз, два, три, четыре. Вторая. Три, четыре. Раз. Еще раз вторая. Четыре. Первая. Раз, два, три, четыре. Пятая. Два, три. И четвертая. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. My mama take this bitch off me. I can't use it anymore. Ну и так далее. Соответственно, мы просто знаем эту сетку, и мне не надо учить много, вы понимаете? Вы выучили всего первая, пятая, вторая, вторая, первая, пятая, четвертая, четвертая. Все, вы можете в любой тональности играть. Первую замените, как вы хотите ставить. До мажор, ми мажор, любую ноту. И от нее уже вы строите эту композицию. И запись, соответственно. Совсем короткая. Ну и блюз. Блюз это все вот то же самое. Есть квадрат. Вот эта последовательность аккордов. Как бы у нас блюз это а-а-а-а-а. Куплет, 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 куплет. Ну, по-разному бывает. Но последовательность аккордов именно, она вот такая. И вот у нас блюзовый квадрат. И вообще блюз классно играть на инструментах, потому что это и есть импровизация. Тут можно все время по-разному. Одно и то же, но всегда по-разному. Вот у нас начинается. Первое – 4 раза. Четвертое – 2 раза. Первое – 2 раза. Пятое – 1 раз. Четвертое – 1 раз. Первое – 1 раз. И пятое – 1 раз. И это вот целая сетка получается на квадрат построения аккордов. Ну, считаем. Первое – 4 раза. Раз. Первые 4 раза. Раз. Два. Четыре. Четвертое два раза. Раз. Два. Опять первое. Раз. Два. Пятое. Один раз. Четвертое один раз. И первое один раз. И пятое один раз. Вот этот квадрат. Соответственно, он идет по кругу. Вы можете сидеть хоть так учить. Раз, два, три, четыре. Тоже блюз. Просто сетка будет такая же. И под метроном, чтобы прокачивать свой внутренний ритм. И этот же квадрат буги-вуги. Сейчас. Соответственно, получается на губной гармошке поиграю квадраты. На губной гармошке я в голове держу всегда вот гитару или пианино. Я могу аккомпанементом подыграть, но это будет достаточно странно. Конечно, можно в две гармошки так интересно играть. Но когда я играю на гармошке, например, соло, блюзовое, у меня в голове все время играет аккомпанемент. Либо гитарист, либо пианист, может быть, бенд, оно в голове играет. И я играю на это. Вот сейчас и будет квадрат целиком. We'll be right back.
и заново. Соответственно, вот он квадрат. Я могу аккомпанемент поиграть на гармошке, но это будет там, он такой, немного убогий. Заново. Вот, блюзовые квадраты, они бывают разные. Можно и минорные, и мажорные. Там бывают изменения в самой структуре, но это тоже не сильно важно. Если вы постоянно занимаетесь, то вы будете совсем по-другому звучать. Ну вот, как на фортепиано заниматься? Это часто, очень частый вопрос. Как же заниматься на фортепиано? У нас две руки. Обе руки мы должны задействовать. С самого начала нам нужно поставить руки, поэтому вы много-много должны времени тратить на мышечную память. Вы садитесь. Ставите правую руку, ну, изначально, и начинаете играть. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. И долго это играете туда-сюда. Хорошо бы поставить метроном и заниматься именно под метроном, потому что это будет прокачивать вас. Вы должны сидеть чуть-чуть над пианино, и руки должны быть как бы чуть-чуть поглубже поставлены. И обязательно чувствуйте косточки. Нельзя играть вот так. Нужно обязательно, в ладошке должен быть мячик. И вы сидите и играете, руки должны быть расслаблены. И нажимаете исключительно пальчиками. Это вот можно проверить всегда вот так, на столе. Просто по твердой поверхности. Вот, и сидите, занимайтесь метрономом. Сейчас технически покажу. Метроном включили, чем медленнее, тем лучше. И играете. Сначала правую руку учите. Туда-сюда. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Когда руку выучили, подключаете вторую. Вторую учите. И теперь обе руки. Я остановился на том, что вы шепотом можете играть громко, тихо, средне. Вы можете играть легато и стаккато. Стаккато, чтобы не было гороха, чтобы они все были совместно. И легато. Они перетекают. Когда научились это делать громко, тихо, стаккато, легато, да, идеально получается, переходим к следующему упражнению. Первое, пятое, четвертое, пятое, третье, пятое, второе, пятое, первое. Первое, пятое, четвертое, пятое, третье, пятое, второе, пятое, первое. Успели записать? Ну вот. И это можно делать двумя руками, соответственно. Так же все. Стаккато, легато, громко, тихо. Это прям потратите на это время час, два, три и каждый день. И через неделю вы уже сами увидите, что у вас правильно руки стоят. Вы не напрягаетесь. Вы можете так играть 10 минут, и пальцы не устают. Вот что нужно сделать, чтобы мышцы привыкли. И, конечно же, можно это петь и играть под метроном. Это важно. Ой. Это же упражнение. Можно сыграть зеркально. Пятое, первое, вторая, первое, третье, первое, четвертое, первое, пятое, первое, вторая, первое, третье, первое, четвертое, первое. Ну и так далее. Это второе упражнение. Третье упражнение. И вы можете, во-первых, и сами придумывать. Из пяти пальцев. Пять пальцев стоит первое, второе, третье, четвертое, пятое. Все пальцы стоят. Все удобно. Никуда не надо сдвигать руки. Пока. Следующее упражнение будет надо играть и гаммой с подкладками. Вот. И
И последняя такая. Первая, третья, вторая, четвертая, третья, пятая, четвертая, вторая, первая. Еще раз. Первая, третья, вторая, четвертая, третья, пятая, четвертая, вторая, первая. И это же зеркально. И вот, чем больше вы это играете, тем быстрее пальчики начинают играть. У меня вот, я так всю жизнь играю, и не очень-то они мне играют. Я могу блюз сыграть, как всю жизнь. Всю свою жизнь. Я это играю реально всю свою жизнь. Вот меня дядя учил на фортепиано играть, с тех пор я начал играть постоянно эту штуку. Может быть, в день я 2-3 раза это играю. И только из-за этого у меня так получается. Вы поймите, что это все время. Это часов, я не знаю, сколько я играл этот блюз, и он вот так получается. Я мне сказал, что хорошо. То есть мне нужно еще больше заниматься, чтобы хоть как-то это выглядело нормально. Пока это, ну, уровень новичок. Вот. Но саму технику исполнения на всех инструментах одинаковая. На гармошке-то я неплохо играю. Я много занимался. И я это все, в общем-то, переношу на фортепиано постепенно. Но, о чем я еще и говорил, что на гармошке у меня мысли совсем по-другому. Я через нее пою. У меня здесь нет, я не думаю там в ми мажоре там, или в ми миноре, как бы, что я буду играть. Я начинаю играть, оно само играется. Это из-за того, что я пою через инструмент. И круто бы, когда вы занимаетесь, привязать как раз инструмент к пальцам и к голосу. Мышцы, голос, что вы поете, инструмент. Вот, вы должны жить с инструментом, чтобы это начало получаться. На самом деле это от практики зависит. Когда я играл на губной гармошке и первый раз вышел на сцену, я так переживал, у меня и руки тряслись, все внутри, я не получалось попадать в дырки, и вообще не получалось играть. Это, мне кажется, это просто заставлять себя. Особенно, если вы вначале сами себе, то дома чего переживаете, просто берите и играйте. А если на сцену вы хотите, либо для друзей играть, я себя заставлял неосознанно, я играл в метро. То есть, когда я занимался на губной гармошке, я постоянно играл в метро. Я заставлял себя сам играть в метро на людях. То есть, я нехорошо играю, начинаю играть. Фразу, которую учил дома. Вот 2 дня я ее учу, Little Walter. Я в метро, полный вагон народа, и я начинаю играть эту фразу. Некоторые люди улыбаются, некоторые, большинство, конечно, стоят типа со злым лицом. Ну, бывали люди, которые улыбаются. Даже когда хорошо играешь, это не важно. Нужно вырабатывать ощущение независимости. То есть мы играем. Вы можете сыграть на инструменте. Вы можете сыграть в данный момент времени. И значит, вы можете это сделать максимально хорошо. Поэтому надо брать и делать, чтобы у вас это звучало. Потому что если вы не сыграете, этого не будет. Осталось 33 минуты, ой, 33 секунды. Вот пишет Инстаграм, Фейсбук, не знаю, может быть, еще что-нибудь расскажу. Спасибо вам, что вы были. Приходите на мои занятия. Я делаю онлайн, кстати, уроки. Вы обращайтесь, потому что знаний намного больше. И за 3 часа это все не рассказать. Звоните, я под вас подберу правильное обучение и с теми условиями, что вам нужно. На сцене играть, либо для себя. Инстаграм, до свидания. Спасибо за этот прекрасный день и вечер, и что вы были с нами. После этого эфира вы должны понимать, что вы садитесь с инструментом, начинаете заниматься, проходит 1-2-3, вы уже чуть-чуть прокачались. У вас есть 5 пунктов музыки. Мелодия, интонация, нюансы, динамика, это громче, тише, ритмика. Это ритм, темп, метроном, занимаемся под метроном побольше, конокол и гармония. Аккорды и все последовательности, все цифры, думать об этом и заниматься. Если вы горите чем-то, то вы в любом случае будете этим заниматься. От вас это не забрать. А если вы хотите играть хорошо, а заниматься не хотите, то это не ваше. Надо по-любому заниматься. Я неосознанно занимался, честно скажу. У меня не было такого, что все, я хочу играть. На хроматике играешь? Играю на хроматике. Для себя могу поиграть, если хотите.
Ты общался с Риком Эстрином вживую? Он вообще не такой же веселый. Он просто невероятный. Я с ним общался вживую, когда он приезжал в Москву. Я думаю, это было лет 12-13 назад. И он проводил мастер-класс. Как раз Чарли Бетти с гитаристом, которого недавно не стало. Это гениальные музыканты. Как он проводил мастер-класс, это было шикарно. Он такие штуки показывал. Я показал, ну ладно, не буду. Он показывал крутые штуки. Он играл без рук на губной гармошке. Я тоже так играл раньше, сейчас редко показываю. И в общении, да, он невероятно крут. Он очень открытый. Просто люди, которые открыто играют музыку, и по этой музыке вообще люди открытые, которые к миру, которые делают от любви то, что они делают, они и в жизни такие, и музыка у них такая же. Тут очень важный момент для меня. Вот вообще самые гениальные музыканты для меня в России — это Юра Новгородский, Елена Шери. Могу перечислить прям толпу, которая у меня в голову приходит. Антон Дашкин, Владимир Воеводин, Николай Добкин. Сергей Коньков, доктор Аграновский, Михаил Петрович Соколов. Это люди, которые душой открыты, они добрые внутри, они дарят миру любовь. Вот, я вот это больше всего ценю. Мне кажется, это самое важное, что может быть. Музыка, ну и что, вы классно будете играть, а вокруг вас никого не будет, кто вас слушать будет. Или вообще ваша жизнь какая будет. А если вы живете в любви, вы не заболеете никогда, вы все будете лучше чувствовать. Главное — делать то, что вы любите. И любить то, что вы делаете. И людей вокруг также. Я на самом деле слушаю только Little Walter, Big Walter Horton, Paul Lamb, Мич Кашмара я просто обожаю из таких. Братецкий — это мой учитель. Я с ним занимался года два своей жизни постоянно. Потом я уже больше стал заниматься самостоятельно очень много. И мы с ним не занимались. Но мы с ним в хороших отношениях. Недавно на фестивале губной гармошки мы с ним прообщались часа два. И все хорошо, как бы, но я бы не стал слушать. Просто я стал бы слушать Сони Бой Вильямсона и Литл Уолтера. На самом деле, вот это два имени, которые могу точно сказать. То, что сейчас поиграю на гармошке, надоело, что я рассказываю. Или про хроматику. Ладно, я вам сыграю на хроматике, сейчас вернусь. Вот, я использую хроматику Honor. Это моя любимая. Мне очень нравится, что у нее приятный звук. У меня есть и другие, но это мне тоже нравится. А гармошки Marine Band мои любимые, но всем советую другие. Потому что если вы много-много времени играете, то можете на них играть. Они классные, отзывчивые. Я еще играю на делюксах всяких, на Marine Band Deluxe или кроссовер. Они мне нравятся. Honor делает лучшие губные гармошки. Но если для новичков, я советую Жан-Жак Мильто. Вы можете меня спросить, хотя я везде об этом говорю, на самом деле. Жан-Жак Мильто, тоже хоноровская губная гармошка, но она очень крутая, как тренажер. Вы можете заниматься, и ваши мышцы быстрее придут к... Насколько важны природные качества в обучении? Есть же люди с медленным мозгом, а есть люди с быстрым мозгом. Я бы так не сказал. Смотрите, самое важное, что есть люди, у которых там не получается одиночная нота либо бенды долго, но у них получится что-то другое быстрее. В этом фишка. Чем вы больше тратите время, это как, знаете, в обучении там, или в институте, или в школе, вы когда тратите много времени, вас проносит нормально. То есть вы пришли, вам поставили, если вы занимались. Если не занимались, то часто ничего не получается. А если вы занимались, тратили на это время, то сама судьба помогает. И также и с музыкой. Если вы много тратите времени, у вас будет результат. Могу пример привести. Я вел лайв-журнал 3 года. Каждый день чуть ли не писал там разные статьи про музыку. Первый раз я там сделал школу губной гармошки, кстати. Мне помог лайв-журнал.
Прошло 4 или 5 лет, и мне позвонили. Позвонили из BBC. Я недавно в Фейсбуке выкладывал этот пост. Там даже есть гармошка, как я играл в машине вот для интервью, когда давал. И позвонили спустя 5 лет. И я понял, почему я вообще вел Live Journal, зачем это все было. Из-за того, что я так много сил потратил, меня и увидели. Они увидели пост, что я говорю, можно учиться на губной гармошке играть в машине, в пробках. А они как раз снимали про пробки. Вот. Поэтому занимайтесь, чем больше, тем лучше. Нет людей с медленным мозгом, есть ленивые. Я бы так сказал. И медленный мозг, наоборот, хорошо. Играй тогда медленный блюз. Знаешь, люди разные. Для каждого найдется свой блюз. Мне вообще губная гармошка, если честно, не нравится. Нравится только Little Walter и Sonny Boy Williamson, второй. А остальные у меня как раньше было, я прям слушал, такого нет. Я слушаю вообще сейчас другую музыку. Мне не особо нравится блюз слушать дома. Я его так много играл, что... Нет, я его иногда слушаю, у меня бывает, а надо специально. Я иногда сажусь снимать на какие-то фразы. Включаю, я могу одну фразу там, либо композицию, допустим, могу снимать пару месяцев. Постоянно к ней возвращаться. Я обычный голос снимаю, губную гармошку. Я там Little Walter снимал недавно. И я очень много времени тратил. Сейчас, я думаю, даже не повторю. Но сяду снова на час и все вспомню. И я не записываю, я не пишу таблатуру. Я все снимаю на слух. И останавливаю, делаю перерыв и опять пытаюсь вспомнить. Если не вспоминаю, опять снимаю. И таким образом оно выучивается на подкорку. Именно на подкорку. Хроматику принес... А дальше. Сейчас поиграем. Какие особенности первой на вдох, чтобы она не бендилась? А, это я же изначально говорил. Берем, мы с тобой занимались, я рассказывал. Берем с буковкой И, первая дырка. Она у нас очень необычная, и нужно ее облегчить, высветлить. То есть, а надо ее высветлить, чуть-чуть И. Вот она и зазвучала. Можно по тюнеру это посмотреть, просто найти, чтобы она звучала нормально. Ну и, соответственно, по слуху. Записывай себя на диктофон. Всегда себя записывайте на диктофон. Вот вы занимались, выучили, вам кажется, что нормально, под метроном. Включили метроном, поставили диктофон, записали, послушали. Если все хорошо, то классно, но я уверен, что вы найдете ошибки, которые вам будут не нравиться. И пока мы записываем, мы еще сильнее прокачиваемся. Я тут пытался записать гитару, я потратил очень много времени и так и не записал. Ну, то есть записал, но это меня не устраивает. Я заново играл 4 дня подряд. За день я играл это произведение раз по 7. И с каждым разом это становится лучше. Еще до сих пор это я, хотя я играю дофига. Ну, то есть прям очень много времени трачу на то, чтобы мои пальцы, мышцы привыкали к инструменту. И гитара, и пианино. Я на гармошке меньше занимаюсь, чем на этих инструментах. Но... Маловато. Надо больше. Вкратце скажу, что самый лучший инструмент – это голос. Если вы будете прокачивать свой голос, то музыкальные инструменты тоже будут прокачиваться. И не только. Вы сами будете прокачиваться, потому что ваши интонации, ваши дикции, как я говорил в начале, да, артикуляция. Если вы четко говорите, вас люди по-другому воспринимают. А занятие вокалом – это, конечно... полное изменение, можно сказать, вашей дикции и сущности. Я не знаю, как это объяснить, но это очень необычно работает. По теории, с чего начинать? Так я уже все рассказал. По теории. Вообще любая теория хороша. Главное, вот эту систему, которую я объяснил, надо применять к любой другой теории. То есть, вы можете... Они все, вся теория, она об одном. И я говорил о том же. Просто я говорю это на цифрах, а там будут ноты. Но это можно будет подложить. Поэтому, если интерес есть, читайте, снимайте, играйте по нотам. Это все хорошо. Это все прокачка. Просто не надо ставить себя, что у меня не получается, все, провал. Нет, надо еще больше. А ты позанимался 10 часов, не получается, ну и что? Ты должен позаниматься 3 дня по 24 часа, и будет получаться лучше. И все. А возможно, кто как будет расти быстро, это невозможно сказать. Мы люди непредсказуемые. Совсем. Я не очень много слушаю губной гармошки. Я где-то что-то слышу акустическое, я не буду слушать. Мне нравится старый блюз,
с перегрузом, как Вильям Кларк. Для меня это топ из топов, Вильям Кларк. Вот такой блюз я могу послушать. Кима Уилсона, я обожаю. Ким Уилсон один из гениальных чуваков. Рик Эстри, тоже гениальный. Это те, кого можно послушать. А Вильям Кларку уже нету, жалко. Я играю в третьей позиции на хроматике. И я где-то полгода занимался на хроматике, играл все гаммы, мажорную, минорную пентатонику от каждой, ну, в каждой тональности. Я играл полгода. Потом забросил, что-то там поменялось. И в какой-то момент я взял гармошку на сцене, и я играл в какой-то странной тональности и очень классно попадал. Но очень мало занимаюсь, ленюсь на хроматике. Мне не особо нравится звук, я использую так. Доброго вечера, до встречи на онлайн-уроках, и скоро выйдет школа гумной гармошки.